Сань, с победой. Насколько сегодня тяжелый матч получился? Да, ну не прям очень тяжелый, ну тяжеловатый. Состав у Ростова был не оптимальный, да, частично второй. Не расслабила команда? Да нет, всегда такой на кубок у них состав. У нас был основной, да, близкий к основному? Ну да. Дождь сегодня был. Сильно повлиял на игру? Нет. Если честно, я вот только под конец заметил. В первом тайме был момент, когда забили гол, но потом очень долго разбирались, о чем я даже момент не видел, если честно, потому что далеко от меня было. Когда второй гол стали проверять, какие были уже мысли? Бара там вообще немножко психанул. Да и второй, думаю, уже должны засчитать. Я так, в принципе, близко был, я думал, там не было сайда. И так и стало. Как тебе атмосфера на трибунах сегодня? 12 тысяч было? Вообще прекрасная. Прям очень суперская. Как тебе соперник сегодня? Прекрасный. Твоя бывшая команда, были какие-то особые чувства? Да, я люблю, когда... Ну, люблю играть с Ростом, потому что там много друзей. Вот. Скоро матч с Ахматом. Успеем остановиться? Успеем. Точно? Да.